Итак, доброго здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair, меня зовут Мистер Фрима 215. Сегодня я начну проходить модификацию ко второй Half-Life под названием As Uncertainty Principle. Перевести можно как «Главный ли ты здесь?» либо «Нет». То есть есть такое, как бы не, такая неопределенность, потому что uncertainty в принципе переводится как неопределенность. Первая глава называется «Побег». Да, «Retreat», то бишь «Побег», «Отступление». О чем этот мод, пока не могу сказать. Давайте разбираться вместе. Находимся мы что-то наподобие тюрьмы, да. Как будто локация тюрьмы. Опа, тут уже полным ходом идет разбор полетов между Альянсом и Восстание. Так, я так чувствую, мне лучше сюда. Мне лучше очень быстро сюда. Ой, слушайте, как быстро развиваются события. Я бы даже сказал, стремительно. Так, еще бы узнать, в качестве кого мы здесь играем. В качестве Фримана, либо в качестве, может быть, обычного повстанца. Но, как бы там ни было... Драпать нам надо отсюда, я чувствую, очень-очень быстро. Так, и еще я чувствую, что сейчас мы, наверное, поедем на машинке. Если у меня отвиснет игра, почему она зависла, это, конечно, хороший вопрос. Ребят, вы знаете, отвисла. Даже вот так, да? Куда ехать? Наверное, все-таки правильно поехал. А может быть и нет. А может быть и да. Ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ой уж мать, ничего не видно. Ой! Кошмар, неудачно как. Так, куда же нас эта машина привезет-то? Спокойно. Блин, 17%. Да не то слово критическое, блин. Ой-ой-ой, прям по личинкам проедемся. Слушайте, первый раз я на машине. Вот в этих самых... Вот в этих норках муравьиных львов нахожусь. Конечно, интересный опыт. Так, страх. Тут как тут... Перекрыли нам, короче, кислород, то бишь дорогу. Так. Установлены незначительные повреждения. То бишь, minor fracture detected. Слушайте, ну, честно говоря, вот первое мое впечатление, локации сделаны очень-очень качественно. То есть видно, что модмейкеры старались, реально старались. Вот, как бы вот этот первый уровень с машиной очень-очень сделан интересно. И видно, что приложено немало сил. Так. Я так понимаю, это еще все еще первая глава. Вот. Так, где-то летит штурмовик. Видимо. Так, ну давайте теперь подумаем, куда нам идти, наверное. Наверное, сюда. Так, стоп. Опля. Опля. О, дружочек. Обнаружены легкие ранения. Да понятно. Так, зомбаки это хорошо, но мне бы, конечно,
пистолет для начала. Валите на вас нафиг, блин. Слушайте, а вот эти вот так вот хедкраба накрыть тазиком. Интересно, он сможет с него выбраться? Вот я никогда об этом не задумался. Вот так, оп. Но я думаю, что, наверное, все-таки сможет. Или вот так вот перед ним идти, и он на тебя прыгает. Это ж как для него препятствие будет. Так. Дали мне пистолетик. Кстати, ну, несмотря на то, что уровни сделаны очень качественно, ребят, игра местами подвисает. Есть такое дело. Немножечко подвисает. Но не сильно критично. Я бы не сказал, что это прям портит общее впечатление. Так. Какая-то что-то наподобие лесопилки, это, наверное, недалеко от Белой Рощи, где было собрание повстанцев в оригинальном втором эпизоде. Так, куча надписей. Держитесь подальше. Не пересекать данный проход. О, пункт 55 по-русски написано. Очень интересно. Так, ребят, ну, я так понимаю, так же, как в моде Research and Development, здесь, наверное, тоже будут загадки. Я думаю, здесь будет немало. В данном случае, вот, мне сейчас даже интересно, как мне открыть эти ворота, если я смогу их, конечно, открыть. Еще я вижу там вышку. Давайте попробуем, может быть, до нее добраться. Может быть, она даст мне какие-то ответы, потому что пока я затрудняюсь с решением. Так, какой-то камень, который я, в принципе, пересечь не могу. И на дом, я так понимаю, я тоже вряд ли запрыгну. Так, здесь есть окошко. А что есть в доме? В доме есть крючок. В доме есть крючок. В принципе, такой же крючок, как и вот этот наш, да? Как и вот этот. Нахрена он мне нужен? И нахрена мне нужен этот? Так, пока не знаю. Пока реально не знаю. Так, ну назад мне однозначно идти смысла нет никакого. Искать решение надо именно здесь. Так, а что у нас? А, за домом я уже был. За домом я уже был, и там ничего интересного нет. Так, ну, все-таки еще раз я залезу вот сюда. Так, есть какие-то колеса. Есть какой-то крючок. Есть какая-то вышка, до которой я не могу ни допрыгнуть, ни добраться. Пока. Так, колесо катится. Уже не катится. И поднять я его не могу. Но у меня есть крючок, которым я, в принципе, тоже толком ничего сделать не могу. Блин. Блин, долбаная
А ну-ка. Все понятно. Шахта Победы. Слушайте, это интересно. Это может быть русская модификация? Надо будет глянуть. Так, патроны на всякий пожарный лучше пока беречь. В принципе, с монтировкой против этих ребят можно справиться без проблем. А вот дальше посмотрим. Это уже посерьезнее будет. Так, что у нас тут? Так, тут еще баллоны с горючим против зомбаков очень, кстати, эффективно используются. Надо про них не забыть. Сюда там чуть дальше. О, нам уже магнум дали. Неплохо. Угу. Можно было вот так сразу сделать. Зараза. Так, что я тут вижу? Я вижу тут вот этот генератор. Я так понимаю, его надо завести, чтобы ворота открыть. Так, давайте с этой стороны зайдем. Слушайте, патронов от души дают. Для магнума особенно. Один назад побежал. Не, все-таки не выдержал. Слушайте, какие запутанные шахты, а? Так, где этот генератор? Так, здесь что у нас? Ничего особенного. Возвращаемся потихоньку назад. А, нет, еще. Еще немножко назад. Где этот хэд? Краб, вот он. Ах ты, зараза. Сейчас, ребят, как я и говорил, только недавно заметил то, что вот, вот эти ядовитые хэдкрабы, когда на них начинаешь стрелять, они начинают от тебя убегать. До этого как-то даже не замечал. Такая вот особенность поведения. Такая типа арена, скажем так. Бывает. Так.
Так, сначала с этими надо разобраться. Блин. Да что ж такое? Наконец-то. Слушайте, а нервишки-то потрепали, потрепали от души. Так, у меня полный магнум. Извини, дружок, сегодня не твой день. Так, еще патрончики. Так, то есть тут где-то аптечки видел. А, все, я уже до них не доберусь, они там остались сзади. Обнаружены легкие ранения. Так, это нам наверх, наверное. Ладно. Самое верное, значит, будем выбираться. Так, где ты, красавица, летаешь? Как эти сканеры задалбывают, а? Главное, слепят так неприятно. Пробьем или не пробьем? Так, куда дальше тут? Давай, доставай, доставай. На них даже можно патроны не тратить, на вот этих ребят. Чисто близко подошел, чуть-чуть выждал момент, когда он достанет бомбу, и сразу убегать от него, сам себя взорвет. Беги, 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 дружок. Так, слышу. Слышу солдат Альянса. Сейчас что-то будет интересное. Скажем так, посерьезней. Хотя вот, ребят, честно признаюсь, во второй халве мне больше нравится воевать против зомбаков. А вот в первой отнюдь против людей NPC. Так, ну здесь тактика обычная. Так, блин, как-то я второй раз промахнулся. Раз. Два. Три. Так, нет, пока не хочу брать автомат. Магнума мне вполне хватает. Так, и что тут у нас? Силовое поле, да, раз. Так, сюда, я так понимаю, лучше не прыгать.
Так, а как же мне туда добраться? Так, ну ладно, перво-наперво надо отключить вот эту штуку. Так, ну и чё? Ой, какая прелесть. Вон настроены какие, а? Так, что дальше? Так, здесь я не пройду. А ну-ка. Бесполезно все-таки. Так, вот сейчас можно автомат. Так, водонапорная башня какая-то. Или станция. Так, еще 6 патронов магнума. Лишними никогда не будут. Еще 6 патронов магнума лишними никогда еще не были. Так, сейчас походу вода поднимется. А может и не поднимется. Так, что, опять наверх? О, вот это уже пушка посерьезней. Тоже что-то вроде магнума. Выносит на ура. Так, здесь я был. А, вот что мы перекрыли, точно. Подачу газа в трубу. Блин, нету гравипушки, жалко. Я бы сейчас вот эту штуку использовал. Зомбаков режет на две части. Ну, в принципе, все об этом знают. Вон он стоит. Блин, что-то сразу в голову не попадаю. Плохо. Thank you.
сюда. Так, ну я там же оказался. Так, ну что, я так понимаю, мне на этой переправе придется пробираться 100%. Сейчас или зомбаки повылазят, или штурмовик прилетит. Одно из двух. Ребята, делайте ваши ставки. Я ставлю на зомбаков все-таки. Сказал я, когда зомбак уже вылез. Да, прекрасно. Прекрасная интуиция. Конечно же, это ирония. О, блин, еще эти. Так, стоять. Так, надейте, красавцы. Офигеть, вся стена в крови. Так, одна аптечка даже лишняя осталась. Ладно, все, поехали дальше. Так, и налево сразу. Что-то он немножко зазевался. А, вон он ты где. Так. Так, у меня так скоро все патроны закончатся, блин. Вот что я не люблю, ребят, во вторых Half-Life, так это гранаты. Они настолько рандомно летят. Практически здесь их не использую. Так, ну чё, в этом здании вроде ничего особенного, никаких генераторов нет, отключателей. Хотя...